Сократить расстояние между Брестом и Польшей благодаря творчеству. Оригинальные, настоящие, где-то даже родные. Порядка 120 ярких и живописных работ брестских художников с польскими корнями эффектно расположились на стенах выставочного зала. Юбилейная выставка «10 год разом» собрала лучшие работы мастеров кисти, выполненные в разных стилях и жанрах: живописи, графика, батик и ручное ткачество, акварель, гуашь, масло, пастель, акрил. Несмотря на то, что все художники, конечно, разные по характеру, но объединяет нас такое взаимопонимание, дружба, давняя дружба. Поэтому в нашем товариществе никаких нет трений, никаких недопониманий. В копилке товарищества совместные персональные выставки, которые состоялись и в Беларуси, и в Польше. Художники и сегодня активно принимают участие в международных пленерах, фестивалях, конкурсах и жизни Бреста. Член товарищества «Мостек» Людмила Крапивная представила работы в нескольких техниках. Среди них серия ручного ткачества «Гобелены». В знаковый для Бреста год художник подготовила свой подарок. Чтобы создать такую красоту, нужно не меньше месяца. Во многих техниках работаю. Не только за свою жизнь, но в последнее время я увлеклась гобеленами и акварелью. Ну, над гобеленами я примерно размер вот такой, как вот это, вот примерно 50 на 50, это около месяца я работаю. В общем, это не такая легкая работа, в общем, довольно трудоемкая, устает спина, устают глаза, кропотливая работа, но мне очень нравится работа с нитками. Выставка «10 год разом» – это, с одной стороны, буйство эмоций, образов и красок, с другой – сдержанность тонов и откровение автора. Словом, здесь каждый из ценителей прекрасного найдет что-то для себя. Экспозиция работает до 17 ноября. Место встречи – выставочный зал на Советской.